доме бокса настоящая средневековая баталия. Только мужчины и девушки бились не за пол царства, а за звание чемпиона. Бой! В качестве оружия в руках современных рыцарей имитация клинков и щитов из мягких материалов. Такое снаряжение сводит количество травм до минимума. Поэтому все участники целыми и невредимыми смогут встретиться на соревнованиях в следующем году. Данный проект проходит у нас впервые при поддержке Министерства спорта и администрации города. К нам приехало большое количество бойцов, более 50 заявок от профессиональных спортсменов. Это международный турнир, к нам приехали бойцы из Израиля и многих городов России. Карелию на турнире представляла школа фехтования «Свор». Показав соперникам, что изнурительные тренировки не прошли даром, инструктор школы Игорь Укканин забрал золото. Он сражался в мужской номинации 18+. Бой проходил довольно спокойно, такой очень светлой атмосфере и радостной. Это довольно дружественный такой ламповый турнир, который прошел очень хорошо и удачно для нашего клуба. Победителям открытого первенства Карелии по современному мечевому бою сейчас не время расслабляться. Обладатели первого места отправятся на чемпионат России, который пройдет в Москве. Болеть за спортсменов можно начинать уже в начале февраля. Марат Дожидаев, Алексей Миронов, служба новостей.